Гайки, гвозди, проволока – это не просто детали, а предметы, которые астраханцы находят в хлебе. Только за последние 2 месяца в социальных сетях появилось около 5 записей с жалобами на качество хлеба. И это только те, что публиковали. Жалобы поступают и в региональный Роспотребнадзор. Это наличие посторонних включений. Вот в 2 случаях у нас было постороннее включение типа окурка, написали потребители, типа металлических примесей. Вторые – это были именно просто по качеству хлеба. Не нравится вкус, запах. По данным Росстата, в прошлом году заводское производство хлеба упало на 3,5% по сравнению с предыдущим. Одной из причин в федеральном Минсельхозе называют возрождение домашнего хлебопечения. Падение спроса ощутили на себе и крупные хлебозаводы. Вот хлебопеки Астрахани на встрече с губернатором жалуются на теневой бизнес. Отследить и поймать за руку тех, кто производит хлеб, сюрпризом практически невозможно. Его нужно хорошенько вымесить, этот хлеб. Очень хорошенько, чтобы он был эластичный. Вкус магазинного Василиса уже и не помнит. Уже несколько лет для своей семьи она печет домашний хлеб. Посторонних предметов в нем точно не будет. Да и лишний раз в магазин идти не нужно. Все под рукой. Единственный минус – цена. Домашний будет по себестоимости дороже хлеб. Но по вкусовым качествам он намного вкуснее, чем магазинный хлеб. Потом, когда в доме аромат свежепеченного хлеба, его хочется кушать. От магазина вот такого нет. Для мамы 3 детей качество на первом месте. В составе только натуральные продукты, минимум сахара и нет вредных примесей. Да и испортиться хлеб не успевает. Свежеиспеченный домашний уплетают моментально. В этих корзинах хлебушек у нас растаивается, после отсаживается на лопату и попадает, собственно говоря, в печь. Одновременно в печь попадает всего около 10 булок хлеба. В этой маленькой пекарне производят живой хлеб по старославянским традициям на закваске. В составе тоже только натуральные продукты. На пшеничной закваске в него входит мед и никаких, собственно, посторонних добавок нет. Цельнозерновой, бездрожжевой, семенами льна. Натуральный хлеб уже распробовали горожане. Только в этой пекарне в день продают около 100 булок. Пекари отмечают, массовый потребитель голосует рублем и не тратит много времени на поиски качественного продукта. Отсюда и жалобы. Гарантии качества не дадут и на сайте бесплатных объявлений. Не плесневеет. Качественный натуральный продукт. Свежий, вкусный, домашний хлеб. Принимаю заказы. Проверить, в каких условиях пекут буханки, не могут ни покупатели, ни Роспотребнадзор. К тому же редкий потребитель будет жаловаться на надзорные ведомства. Устраивать скандалы за буханки хлеба никто не станет. При этом анализ цен показал, на 1 булку домашнего хлеба весом 400 граммов придется потратить около 40 рублей. Если не хочется утруждать себя выпечкой, можно купить хлеб в ближайшем супермаркете. В среднем стоимость одной 400-граммовой стандартной буханки около 20 рублей. Дешевле на сайте с бесплатными объявлениями. 30 рублей за булку. Но это тоже из категории домашней выпечки. Если хочется французской булки, если позволяет бюджет, можно отправиться в небольшую пекарню. Ценник стартует от отметки в 55 рублей. Будь то домашний или магазинный хлеб, за качество придется заплатить. Совсем отказаться от хлеба невозможно, ведь еще в школе учили. Хлеб не только всему голова, но и главный продукт на столе. Виктория Соколова, Игорь Нефеденко, Центр новостей.